Народ, всем привет. Что-то я вчера замотался и совершенно забыл подвести итоги конкурса. Вы там придумывали, какой придумать конкурс. Вот, и сейчас зайду в комментарии и выберу, кто же у нас выиграл майку с Дрога. И будем потом уже ближе к Игоре следующий конкурс запускать, где будут тоже приятные для вас, я думаю, подарки. Кстати, на этих выходных проходит у нас чемпионат мира по дрифту в Риге. Поэтому для всех, кто в бункере, сейчас закреплю ссылку на РДС ТВ. Сегодня топ-32, завтра топ-16. Смотрите, за наших болейте, ребят.